Наконец дошла до вас, да. В прошлый раз не успела до вас доехать. Так, здесь, да, здесь я вот испарилась. Лена Александровна, потерялся рисунок, да. Переводите его с прорези. С прорези снова графеми, да, прям? Нет, графеми не надо, просто переведите. Карандашом как бы, да? Там у вас натерто, и оно перепечатано. А, все. А карандаш, чтобы карандашом не поправляйте уже. Да, карандаш да. Очень тяжело потом, чтобы все сделать. А вот этот сегмент, он сотрется потом в ходе работы, он исчезнет. Потому что даже под лампочек, сейчас я чуть-чуть помню. Есть. В общем, я вот за стол просто. Но я вот потом на Ксении, когда уже участвовала, когда там сказали, что можно фонариком. Да, давайте. Прям все равно прям очень будет мне просто тяжело прям. Вот, видите? А, не чуть-чуть вижу. Вот бровки. Вот, правильно поставить только надо. Да, да. Можно вот. А, фонарик мать телефона? Да. Ну, я даже специально купила прям вот такую лампу. Нет, нет, в графине уже нельзя. Да, 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 да. Сделайте сначала не офисью, а водичкой сначала. Водичкой. Восстановите. А потом они же исчезнут, если вы неправильно что-то испортите, ну ничего не испортите. Вы можете капельку сиены добавить. Можете эмульсия, чуть-чуть капелька сиены, капелька. И вот этим восстановить рисунок. Да. Если уж не понравится, что-то можно смыть переделать. Да. Просто уже кисточкой, если что. Вот, ну вот да, я про фонарик вот не знала тогда сначала. Сейчас вот я вижу, что немножко смотришь. Вот так вот наклоняете, вот вообще очень да. Хорошо. Да, да, да. Если этого будет недостаточно, то переведите. Да, хорошо, поняла. Вот, все есть. Вот. Ну, опись вот здесь темная. Темная, посветлее. Да. И аккуратней, надо стараться аккуратней. Да, да, да. Вот когда... Дрожала рука, что ли? Тут как-то, да. По золоту вот здесь кисточку, видимо, сильно вот как бы вдавила. Вот эти а вы покрыли масляным лаком, да? Да. Ну, ничего страшного. Это не ошибка, оно все равно потом все масляным лаком закрывается. Просто сохнет дольше. Но вот то, что вы сейчас вот здесь какие-то ляпы, вы с ними уже ничего сейчас не да, делаете. Уже смириться надо. Да, да, да. Потом захотите орнамент сделать. Да, да, да. Вот там внизу зарядненько. А, вот там. Вот внизу. Ну, у вас будет рамочка. Угу. Так, а какая у вас рамочка? Еще беленькая будет. Прям большая. Какая-то у вас рамка получается. Вам надо вот эту одежду до рамки. Да, до рамки подальше. Продлить. Надо. Продлить. То есть вот. Вот, да, все, поняла. Так до конца. Здесь можно 5 миллиметров сделать вот такую. Хотя тоже. Не надо. Просто рамку. Просто рамку. Но вот здесь то же самое расстояние должно быть. Да. Снимка у вас выйдет на рамку. Да, поняла. Доска. Да, да, да. Синий цвет тоже, если руки, там будут руки, да. Ядовитый получается. Синий аккуратнее, он требует к себе внимания. Он, да. Если его не пригасить, он будет перебивать все. Перебивать все, да. Как вот так вот. Да, вот эти линии, они должны на нет всегда. Когда вот сюда заводите, и описи, притенение. Линия или на нет уходит, или она заканчивается вот так. Или так, или на нет. Она не должна как-то иначе заканчиваться. Да, поняла. Черчение. Я черчение могу. Хотя здесь сложная работа.